Сибири. Сегодня в Грозном проходили два митинга сторонников и противников исполкома Чеченского съезда во главе с генералом Дудаевым, который объявил себя единственной законной властью в республике. Драматические события разыгрались в эти дни в следственном изоляторе МВД республики. Заключенные, а их здесь около 600, взломали двери, вышли из камер, подожгли здравпункт, библиотеку, склад. И бунт продолжается. Его участники требуют немедленно всех освободить и зачислить в ряды народного ополчения. Так и произошло. Широким жестом Джохар Дудаев выпустил из следственных изоляторов, тюрем и колоний Чечено-Ингушетии всех преступников. Большинство из них тут же записались в ополчение. Вдохнув свободу и получив в руки оружие, вчерашние уголовники занялись своим привычным делом. Грабить своих соотечественников было небезопасно. Обидишь одного, многочисленная родня тебя из-под земли достанет. За русских же вступиться было некому.